Уникальная выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в музее имени Коновалова в этот день 7 лет назад. Основу экспозиции составили портреты березняковских фронтовиков. Это уже вторая серия живописных произведений с изображением наших ветеранов. Первый проект «Герои на войне, герои в жизни» стартовал в 2014 году. А уже через год этот день стал запоминающимся для родителей самых маленьких березняковцев. В городе состоялось милое бэйби-состязание – чемпионат ползунков. На этот раз он собрал рекордное количество участников. На старт вышло около 170 малышей в возрасте от 0 до 4 лет. Как всегда, праздник прошел на ура. А все гости получили невероятный заряд эмоций. И неважно, приполз кроха первым или вообще отказался проходить испытания. Самый ценный приз был обеспечен каждому – мамин поцелуй. А в 2018-м в этот день коллектив нашего холдинга узнал радостную новость. Газета «Березняковский рабочий» во второй раз вошла в десятку лучших изданий всей России. Конкурс «10 лучших газет России» – одно из самых престижных состязаний, в которых соревнуются печатные издания. Важные критерии здесь не только содержание газеты, но и дизайн, общественная деятельность редакции, взаимодействие с читателем. «Березняковский рабочий» отличился во всем.